Здравствуйте, дорогие друзья! В это прекрасное субботнее утро, когда практически вся страна отдыхает, мы с командой собрались в студии Рособранадзора, чтобы помочь будущим выпускникам идеально написать итоговое сочинение. В рамках марафона «На все 100» мы проводим видеоконсультации по всем предметам, которые предстоит сдавать выпускникам будущего года. На этих консультациях мы подробно разберем контрольно-измерительные материалы будущего года и ответим на вопросы наших зрителей. В прямом эфире мы выходим в социальной сети ВКонтакте в аккаунте Рособранадзора и на канале на Рутюб. Все видеозаписи наших марафонов будут размещены в аккаунтах Рособранадзора в тех социальных сетях, где он представлен. Ссылки на них вы можете посмотреть на главной странице нашего официального сайта. А сегодняшняя консультация будет посвящена итоговому сочинению. Это очень важное испытание, его проходят абсолютно все выпускники, оно является допуском к государственной итоговой аттестации, поэтому мы уверены, что сегодняшний наш эфир будет важен и полезен всем. Смотрите, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы под трансляцией в социальной сети ВКонтакте, ну и рассказывайте своим одноклассникам либо коллегам, которым тоже необходимо посмотреть этот материал, он будет находиться на наших ресурсах. Ну, а сейчас я готов представить нашу сегодняшнюю гостью. Это заместитель руководителя комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе, кандидат педагогических наук Лариса Новикова. Здравствуйте, Лариса Васильевна. Здравствуйте, Александр. Лариса Васильевна, очень приятно вас видеть. И именно вы будете рассказывать про итоговое сочинение, и мы очень рады вас впервые приветствовать в рамках наших марафонов. До сих пор вы в них не принимали участие. Очень приятно, что вы сегодня с нами. Взаимно, спасибо. Давайте начнем с каких-то основных характеристик предстоящего испытания. Может быть, какие-то изменения в них произошли, либо с прошлого года ничего не изменилось. Расскажите, пожалуйста, об этом. Давайте начнем со слова «испытание», потому что вы его уже два раза упомянули. Я хочу немножечко наших выпускников успокоить. Это, конечно, испытание, это ответственно, но в то же время, ребята дорогие, никаких принципиальных изменений нет, ситуация очень спокойная, вам в целом знакомая, так что работаем и сдаем на ура, как говорится, на все 100. Ну а вот что для этого сделать, мы сейчас с вами немножечко пообсуждаем, да? Конечно. Итак, у нас осталось не так много времени до написания итогового сочинения. Вы, конечно, еще будете готовиться, тренироваться, обдумывать свои действия. Но давайте мы сегодня поговорим вот так с точки зрения об этом, с точки зрения практической пользы. Да? Что главное надо сделать? Ну, во-первых, вы там на сочинении в этот важный день, в первую среду декабря, должны показать, что вы умеете создавать собственное, развернутое, аргументированное высказывание в письменной форме. Ну, в общем, задача для вас знакомая. И если все у вас получится, то тогда решится автоматически вторая задача. Вы получите за сочинение общий зачет, и это будет допуск к единому государственному экзамену. Но вот чтобы нам с этой задачей справиться по-настоящему так добротно и основательно, я вам очень рекомендую взять с собой, так сказать, на сочинение двух помощников. Прямо вот в самый день его написания. Первый из них – это инструкция, и второй из них – алгоритм. Вот давайте о них поговорим. Дело в том, что они оба будут с вами. Все ваши наработки, все ваши выученные какие-то примеры, наработанные фразы, написанные в классе тренировочные работы – все это останется за пределами аудитории, где вы будете писать итоговое сочинение. А вот эти два друга пойдут вместе, рядышком. В день, когда вы пишете сочинение, конечно, самый трепетный момент – это открытие комплекта тем. Но перед комплектом тем у нас есть инструкция в материалах. Вы можете познакомиться и с образцом комплекта тем, и с самой инструкцией, расположенной перед ним, на сайте fipi.ru. Вообще все материалы, которые обслуживают, так сказать, вашу работу, регламентируют работу экспертов, описывают, что как требуется, каким образом, что нужно выполнить, все это есть на сайте, о котором я только что сказала. Пользуйтесь, там очень много полезной информации. И вот мы с вами приходим в аудиторию, каждому из вас на стол кладут этот комплект тем, и перед ним инструкция. Мы можем к ней обратиться, потому что она очень умная,
хорошая ваша помощница. Ее специально сделали так, чтобы вам в момент написания сочинения было легче работать, чтобы, несмотря на волнение, несмотря на какие-то свои беспокойства, отвлекающие факторы, вы все-таки справились с работой очень хорошо. Вот давайте по ней пройдем. Итак, первое требование, оно так и называется, требование, которое вы должны обязательно выполнить, это требование объема. Вы пишете сочинение рассуждения в объеме определенном, и в инструкции два числа, которые сразу бросаются в глаза, 250 и 350. 250 – это минимально необходимый объем, но это скорее для экспертов. Не ориентируйтесь на это число, наша с вами задача 350 или хотя бы близко к этому. Почему такая большая разница? Потому что эта рекомендация вас страхует от всяких непредвиденных ситуаций. Ну вот посмотрите, вы написали черновик, переписываете на чистовик, вроде уже все сделали, стали перечитывать и поняли. Вот здесь вы нарушили логику. Здесь вы неправильно сформулировали фразу, вам хочется исправить, вычеркнуть, теряется объем. И если вы писали предельные там какие-то слова, 270, не знаю, 80, неважно, если вы на пределе набирали этот объем, то вы очень сильно рискуете, потому что если требование объема выполнено не будет, то мы с вами не получим зачет за итоговое сочинение, и нам придется писать его еще раз. И еще 300-350 слов, рекомендовано у нас 350, это подсказка своего рода. Чтобы написать развернутое, богатое размышление по выбранной вами теме, надо ориентироваться все-таки на это количество. В документах сказано о том, как именно считаются слова. Это тоже важно, потому что пишете вы имя, отчество и фамилию писателя, автора словами, это три слова. Пишете вы два инициала и фамилию, это одно слово. Вот все эти тонкости, которые очень хорошо знают эксперты, вам, может быть, и не придут в голову в момент написания самого сочинения. Вы будете заняты другим. Поэтому страхуйте себя и не ограничивайтесь в объеме, стремитесь к этой заветной цифре 350. Легко запомнить, вы пишете 3 часа 55 минут, и ваш ориентир волшебный – это 350 слов. Итак, мы первое требование выполнили, идем дальше. Второе требование, тоже очень важное, и без него тоже у нас не может быть зачета. Это требование самостоятельности. Что это значит? Помните, я вначале только что вот сказала, да, что вы должны написать самостоятельное размышление. Это значит, что текст вашего сочинения не должен совпадать ни с каким опубликованным, известным, доступным для экспертов текстом, буквально, даже если вы его выучили наизусть, это все равно никого ни от чего не спасает. Это должны быть только ваши собственные мысли, ваши собственные слова. При этом, что можно? А можно цитировать. Чужой текст и чужую мысль, конечно, можно переплавить и как-то по-своему интерпретировать и использовать в своей работе. По поводу цитирования у нас есть вот такие правила. Ну, во-первых, если вы цитируете чужой текст по памяти, то объем процитированного вами чужого текста должен быть не больше, чем объем вашего собственного рассуждения. И второе. Красиво, правильно цитирует тот, кто ссылается на источник. Ну, конечно, это не должна быть библиографическая ссылка в таком строгом научном плане, безусловно, нет. В любой свободной форме вы должны указать, откуда вы процитировали тот или иной фрагмент. У нас есть еще, кроме прямого цитирования, когда вы берете фрагмент чужого текста в кавычки, да, еще есть косвенное цитирование. Рекомендую вам помнить об этой возможности, потому что она тоже вас страхует от некоторых ошибок. Вот представьте себе, вы помните в целом цитату, которую хотите использовать, но не уверены абсолютно в каждом слове. Не надо ее закавычивать, напишите через косвенную речь. И тогда ваша косвенная цитата прозвучит уместно, но при этом, если вдруг вы где-то что-то случайно изменили, погрешили, так сказать, против первоисточника, вам не зачтут фактическую ошибку. Вот такие у нас обстоятельства связаны с самостоятельностью работы. Ну и вот представьте себе, вы написали все, да, выполнили, вернее так, не написали, мы с вами выполнили два требования ключевых, без которых не будет у нас зачета. И теперь вашу работу будут проверять по 5 критериям. 5 критериев для отличника. На самом деле нам с вами нужно получить зачеты по 3 из них
но при этом обязательно по первому и второму, и еще по одному из оставшихся, по-любому. Но первый и второй критерий – это наша с вами заветная цель. И о них тоже говорит инструкция. Посмотрите, в ней говорится, что вы должны написать работу, сочинение, которое соответствует выбранной теме, показать умение аргументировать свою позицию и обоснованно привлекать литературный материал. Вот, собственно, они эти два важнейших критерия. Критерий первый у нас так и называется – соответствие теме. И вот на этом этапе в работу вступает наш второй помощник – это алгоритм. Перед вами комплект из 6 тем. По 3 направлениям, по каждому направлению 2 темы. Вы его прочитываете внимательно, не экономьте на этом время, задержитесь на 10 лишних минут, но обдумайте свой выбор тщательно, потому что от того, как вы выберете сейчас тему, насколько удачно, насколько она подходит именно вам, зависит общий результат работы. Итак, на что надо в первую очередь посмотреть? В первую очередь, думается, надо отсеять темы, в которых есть не вполне понятные, не вполне близкие, что ли, вам в вашем обыденном языке слова. Дело в том, что у нас темы обычно нравственно-этические, такого нравственно-этического, психологического плана, там много отвлеченных понятий. Совесть, ответственность, выбор, благородство. Ну вот, например, в комплекте, который сейчас вывешен на сайте ФИПИ, о котором я уже говорила, как пример, да, комплекта тем, такая первая тема. Какую жизненную цель можно назвать благородной? Ну, понятно, что слово «благородное» вам знакомо, и вы с ним как-то сталкиваетесь и употребляете. Но в то же время, а вдруг вы не чувствуете в полной мере, так сказать, контуры значения? Если это так, то такую тему выбирать не надо, потому что вам будет трудно, вы будете себя скованно чувствовать, работая с этим не слишком, может быть, для вас внятным, до конца понятным, отвлеченным понятием. Это первый шаг нашего с вами спасительного алгоритма. Второй шаг. Предположим, вы отсеяли темы, которые вам кажутся не вполне, так сказать, близкими и внятными в некоторых словах. Второе. Из всего, что у вас осталось, выберите, пожалуйста, тему, которая понятна вам по ключевому вопросительному слову. Большая часть тем формулируется в итоговом сочинении вопросительно. Ну вот, например, у нас есть третья тема в этом комплекте примере, образце. Как становятся героями войны? В каждой теме вопросительно обязательно есть констатирующая часть. Да, люди становятся героями войны. Но вас спрашивают о том, как это происходит. И вот именно на этот вопрос вы должны для себя осмыслить правильный ответ. Если вы знаете, как ответить на этот вопрос, выбирайте такую тему. Если нет, присмотритесь к оставшимся. Я уже сказала, что большая часть тем формулируется вопросительно, но так бывает не всегда. Тема может быть сформулирована утвердительно. Как с ней быть? А тогда вам нужно, прочитав ее внимательно, обдумав, понять, а какой, собственно, вопрос спрятан за этой утвердительной формулировкой. И для себя этот вопрос, может быть, даже прямо прописать на черновике, чтобы он был перед глазами, и подумать, как на него отвечать. Ну и тогда мы с вами пришли к первому варианту – вопросительная формулировка. Бывает еще вариант, когда тема представляет собой цитату. Но там тоже есть для вас страховка, потому что такая тема обычно начинается со слов «Согласны ли вы?» или второй вариант «Как вы понимаете?» Вот такое-то высказывание такого-то автора. Ну вот вы отвечаете на этот вопрос «Как вы понимаете?» или «Согласны ли вы?» В связи с этим хочу сказать, что вот сочинение итоговое – это на самом деле пир вашего собственного творчества, вашего интеллекта, ваших каких-то душевных порывов, осмысления себя, потому что на других экзаменах, на ЕГЭ по русскому языку, на ЕГЭ по литературе, там, где вы тоже пишете сочинение по тексту, вы все-таки анализируете чужой текст прежде всего, а здесь вы создаете его сами. И это замечательная возможность написать хорошую творческую работу, такую вот, знаете, от души. Итак, мы с вами выбрали тему, да? Мы поняли, что в ней есть вопрос, и вот сейчас очень важный момент, это тоже касается нашего с вами алгоритма.
ответьте для себя коротко на этот вопрос, в самом общем виде. И это будет основная мысль вашего сочинения. Она должна прозвучать, видимо, где-то в начале работы, скорее всего, мы же рассуждения с вами пишем. И тогда, если вы эту струну натянете для себя, вот этот ключевой ответ на поставленный вопрос темы, вот тогда по первому критерию у вас все получится. Потому что в первом критерии сказано, что вы должны рассуждать на тему, вы не должны отклониться от темы, как-то ее подменить, да, попытаться притянуть, адаптировать какие-то свои наработки, запомненные, выученные прежде, под формулировку темы. Идите от формулировки. Вы натянули эту струну и по ней так и прошли. Потом вы свою мысль разнообразите, покажете какие-то ее новые грани, какие-то аспекты, уточните что-то, но это уже и будет, собственно, ваше рассуждение на протяжении сочинения. И мы с вами можем перейти ко второму критерию. Второй обязательный критерий, без зачета по которому мы с вами не добьемся нужного результата. Он называется аргументация и привлечение текста. Вот смотрите, он состоит из двух, так сказать, частей, да, из двух компонентов. Первый компонент – аргументация. Тезисы, которые вы выскажете в своей работе, должны быть вами обоснованы. То есть вы должны как бы внутренне себе сказать: мой тезис верен, потому что. И вот это «потому что» — это и есть обоснование аргументации вашего тезиса. А потом проиллюстрировать свои рассуждения примерами из литературного текста. И это второе требование нашего второго критерия привлечения литературного материала. Ну, здесь надо говорить прямо подробно, потому что это очень широкое поле. Вам даются огромные возможности в привлечении литературного материала. Однако есть и определенные, ну, я бы сказала, ограничивающие рамки. Итак, чего нельзя? Будьте осторожны. У нас очень важный, ключевой второй критерий. Ну, во-первых, нельзя написать сочинение без привлечения литературного материала. Литературный материал понимается очень широко. Это и фольклор, кроме малых жанров, и публицистика, и мемуары, и художественная литература, и многое другое, о чем сказано, собственно, в критериях, и с чем, я надеюсь, вы знакомы. Нельзя без него. Второе нельзя. Нельзя просто упомянуть литературный источник, так сказать, коснуться, а потом отойти в сторону и об этом прикосновении своем забыть. Нет, вы должны обязательно показать, что вы читали, что вы понимаете, о чем говорите, и вы можете объяснить, как этот литературный пример работает на подкрепление вашей мысли, вашего рассуждения. Третье нельзя, тоже очень важное. Нельзя сильно искажать содержание того произведения, которое вы выбрали. Ну, в конце концов, это же ваш собственный выбор. Посмотрите, какая свобода вам дана. Выбирайте то, что вы реально читали. У ребят иногда возникает представление о том, что вот литературный пример должен обязательно охватывать, так сказать, все произведение. Вот я ссылаюсь на «Войну и мир», вот я говорю в целом о проблематике, тематике этого произведения. Это совершенно не обязательно. Если вы читали текст сами, внимательно, вдумчиво, то вы можете выбрать даже какой-то один эпизод, поговорить о каком-то одном конкретном персонаже, но так, чтобы в этом материале, который вы отобрали для своего примера иллюстрации, обязательно отозвалась ваша мысль. Не просто в этом произведении есть тема, которую я выбрал, а вот моя мысль иллюстрируется этим литературным источником. Чего еще нельзя? Еще нельзя, обратите, пожалуйста, на это внимание. Нельзя использовать фанфики, графический роман. Нельзя использовать мангу, то есть то, что тяготеет скорее, в общем, к сочетанию текста и изобразительного искусства. Об этом говорится в специальных методических материалах для экспертов, организаторов экзамена, для ваших учителей, поэтому вот обратите на это внимание. Ну вот, пожалуй, так. И еще, конечно, постарайтесь все-таки выбрать материал,
которым вы хорошо знакомы. Потому что бывают работы, в которых создается иллюзия, то есть автор этой работы создает иллюзию для эксперта, что он читал. А эксперт видит, что не читал, потому что боится ученик сказать что-то конкретное. Говорит округлыми фразами, какими-то незначащими, то есть наговаривает вот это вот пустословное пространство, заполняет, и выглядит такая работа очень несимпатично. Я уверена, что в вашем читательском опыте есть что-то, что может помочь вам проиллюстрировать собственные мысли. Итак, вот такие у нас два важнейших критерия. Осталось еще три. Можно немножко вас прерву, потому что поступают вопросы именно по источникам, которые можно использовать, можно или нельзя использовать в рамках итогового сочинения. Про комиксы и фанфики вы уже сказали, но есть и другие вопросы, касающиеся источников. Конечно. Например, можно ли в сочинении использовать украинскую литературу? У нас нет никаких запретительных инструкций, нигде в критериях не прописано что-то специальное, какие-то вот такие ограничения, можно или нет. Более того, сказано о том, что это может быть отечественная и зарубежная литература, поэтому в широком смысле, пожалуйста. Много вопросов, касающихся, можно ли ссылаться на фильмы. Ну, здесь вот такой тонкий момент есть. Очень хорошо, что прозвучал этот вопрос, спасибо его авторам. На фильм как таковой вы, конечно, можете ссылаться, но это не является достаточным основанием для получения зачета по второму критерию. Почему? Вот если вы будете писать о сценарии фильма и ссылаться на сценарий как текст, тогда мы говорим о литературном произведении. Да? Если вы говорите только о фильме, то тогда это кинематографическое произведение, это, так сказать, за пределами наших требований. Вы можете об этом говорить помимо того, что вы использовали литературный источник для иллюстрирования своих мыслей. Это пожалуйста. Но только фильма недостаточно, будьте осторожны. Спасибо. Да, и еще одна мысль, извините. Бывает еще так, ребята, будьте осторожны. Фильм – это все-таки, даже если он снят по литературному произведению, это все-таки произведение, так сказать, на другом языке, да, созданное по другим законам. И очень часто автор фильма что-то интерпретирует, какие-то сцены добавляет, какие-то, наоборот, не использует из литературного материала. Наивный ученик, посмотревший только фильм, начинает на него опираться, как будто бы это литературный текст, а на самом деле он не знает, что есть существенная разница, и выдает себя. Но если так получится, то вы рискуете получить незачет по второму критерию. Поэтому смотрите фильм и читайте текст. И вот тогда вы будете защищены. Еще один вопрос, касающийся источников. Что значит... Так, я его пролистал. Одну секундочку. Давайте я пока скажу, что Ранабе тоже сейчас, вот как-то ребята широко читают, но тоже мы с вами этого не используем, да, точно так же, как и графические романы мангу, хотя там текста больше. Еще один вопрос. Можно ли в аргументации использовать фильмы, комиксы и литературу 18+? И опять-таки, ребята, у нас нет запрета никакого, никаких запретительных, ограничительных списков по этому поводу. Другое дело, что, конечно, вы пишете работу вашу, да, может быть, очень искреннюю, может быть, нет, для публичного чтения. Вашу работу будут читать эксперты. Кроме того, ваша работа сканируется и сохраняется в информационной базе. К ней могут потом обратиться вузы, если вы захотите ее представлять для конкурса вуза, если вуз такие права вам дает. Поэтому имейте в виду, она уходит в публичное пространство. Будьте этически аккуратны. Еще один последний вопрос, касающийся источников, да, от Евгении Бычковой. В критериях сказано, что можно использовать только опубликованный литературный материал. Что значит опубликованный? Что делать, если я не могу вспомнить, где это было опубликовано? Что значит опубликованный? Тоже очень хороший вопрос. Спасибо, Евгения. Опубликованный – это значит имеющий выходные данные. Он может быть опубликован в бумажном формате,
в электронном виде, это не принципиально, но он должен иметь выходные данные. Если вы не помните, то либо вам нужно постараться до написания сочинения найти этот источник, либо не пользоваться им. Потому что ведь механизм проверки каков? Вашу работу читает эксперт. Он видит, да, что вы ссылаетесь на такого-то автора и такое-то его произведение. Если это произведение не знакомо эксперту, а так вполне может быть, у вас широкий читательский кругозор, вы читаете очень разную литературу, эксперт должен найти этот источник, чтобы иметь возможность оценить вашу работу. Но если в информационном пространстве источник не находится, то тогда вам этот аргумент не зачтут. Да? Ну и последний вопрос, за финальным таким неожиданным вопросом от Максима Каштанова. Можно ли использовать в качестве источника жизненный опыт? Да, безусловно, в качестве источника, скажем так, в качестве иллюстрации, да, к своему рассуждению можно использовать жизненный опыт, безусловно. Но, Максим, да, я правильно запомнила? Максим. Да, ну, Максим, и те, кто тоже озабочен этим вопросом. Конечно, да, но недостаточно. Потому что литературный пример все равно должен быть. Другое дело, что ваш жизненный опыт – это в том числе и читательский опыт. Ну, тогда, конечно. А если вы хотите ограничиться историей о том, как вы помогли малышу найти маму, потерявшуюся в супермаркете, то такой личный опыт недостаточен для того, чтобы ваше сочинение было оценено хорошо. Да? Личный опыт плюс литературный пример. Отлично, Лариса Васильевна. Давайте перейдем к следующим критериям. Да? Пока больше нет вопросов на эту тему. А, собственно, три оставшихся критерия, они тоже важные, но мы же договорились общаться сегодня в ключе практической пользы. Да? Достаточно вам, ребята, получить еще один зачет по критериям третьему. Это критерий, в котором оценивается композиционная стройность, логичность вашего рассуждения. Вот обратите внимание, у нас везде сказано, да, что вы пишете сочинение рассуждения. То есть жанр может быть разный. Может быть, вы его как-то особенно построите. Это ваше право. Но сочинение рассуждения предполагает, что у вас всегда такого рода монологическом высказывании есть тезис, и, может быть, он будет не один, даже, скорее всего, не один, но все-таки 350 слов. Зрелый ученик, 11-классник, размышляет о нравственных, этических вопросах современности, общечеловеческих проблемах. Конечно, тезис не один, но каждый тезис, как вы помните, по законам рассуждения вы должны аргументировать. Вот это как раз и залог того, что ваша работа будет построена логично. Часто еще спрашивают, нужно ли обязательно писать вступление и заключение. Вообще в критериях ничего на этот счет не сказано, но просто исходя из здравого смысла и удобства, да, организации собственной мысли, ну, конечно, проще, удобнее, ну, как бы естественнее, что ли, да, начать с вступления, закончить заключением. Вообще мы очень многое в жизни делаем трехчастно. И даже в окружающей нас естественной природе очень многие процессы происходят трехчастно. Да? Начало, потом какое-то развитие, кульминация, потом спад и финал. Ну вот примерно так и строится ваше сочинение. Давайте уточним, что может привести к незачету. Вообще требования к незачету в этом критерии, как и в речевом критерии, достаточно мягкие. Это вас страхует, это вам очень помогает. Незачет ставится, пишет критерии, при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла. Ну, то есть представьте себе, как нужно неразумно и нелогично строить свою работу, даже, собственно, не строить, а как-то вот так мазками набрасывать, да, чтобы читающий вас эксперт не понял, каков был общий замысел вашего высказывания. Еще может быть причиной незачета отсутствие тезисно-доказательной базы. Да, то есть вы не аргументируете свои суждения. Ну, собственно, если вы справились с первым, со вторым критерием, то тогда и в третьем критерии с этим будет все, надеюсь, хорошо. Еще у нас есть речевой критерий. Тоже очень демократичный.
Здесь учитывается качество вашей речи, то есть умение ваше следовать нормам культуры речи. Конечно, речевые ошибки – это наша большая сейчас проблема. Ребята часто их допускают в разных работах. Ну, понятно, кто-то больше, кто-то меньше. Но обратите внимание, пожалуйста, за что ставится незачет. Если низкое качество речи в вашей письменной работе существенно затрудняет понимание смысла, то есть если ваше высказывание настолько несовершенно, что эксперт не понимает, что вы хотели ими сказать, да, это не значит, что можно совершенно не озабочиваться качеством собственной речи, писать как попало, все равно критерии мягкие зачтут. Нет, это не так. Но, тем не менее, помните, да, что если вы высказались внятно, ясно, доступно, то, скорее всего, по четвертому критерию вы сумеете получить зачет. Есть один важный совет. Вот пока вы сейчас еще можете готовиться какое-то время, да, у нас еще месяц почти, полезнейшее дело – редактировать собственную работу или спустя некоторое время после того, как она написана, то есть вы сами написали, стол отложили, через какое-то время на нее посмотрели свежим взглядом, немножко ее, так сказать, подзабыв, и отредактировали речевое оформление. Или, если ее проверил ваш учитель, вернул вам, показал ошибки, лучше отредактировать уже готовую работу. Это значительно полезнее, чем просто огорчиться, что ошибок много, бросить ее в сторону и написать новую. Редактируйте свои фразы, если в них были выявлены речевые ошибки. Это очень хорошая тренировка. Ну и последний критерий – грамотность. Там такой логичный вполне подсчет. Вы можете сделать в среднем не более 5 ошибок на 100 слов. Ну, если вы пишете 300 слов, да, в сочинении, а вы, конечно, посчитаете обязательно за собой слова, я надеюсь, и вы знаете, сколько примерно слов умещается у вас на странице А4 вашим почерком, это полезное умение. Ну вот вы посчитали количество слов и прикинули, если у вас 300 слов, вы имеете право сделать 15 ошибок, любых, в любом наборе, орфографических, пунктуационных, грамматических. Это не значит, что вы должны их совершать, так сказать, ритмично, да, вот 5 ошибок, 100 слов, следующие 100 слов, еще 5 ошибок, нет. Это количество определяется в целом, то есть берется весь объем вашей работы, количество всех сделанных вами ошибок и считается среднее на 100 слов. Ну, в общем, это достаточно демократично, 15 ошибок на 300 слов. Это очень много, мне кажется, не то чтобы демократично. Вы знаете, когда ребята отвлекаются на смысл, а все-таки рассуждения, да еще и на основе такого вот какого-то проблемного, да, может быть, даже философского вопроса, конечно, интересно написать смысл. И когда ребята отвлекаются на содержание, что закономерно, иногда у нас запятые просто ставятся каким-то таким необыкновенным авторским способом. Птички прилетели, по строчкам расселись, получились запятые. Вот примерно так. Поэтому бывают, конечно, разные ситуации. Бывают очень грамотные работы, которые читаешь с удовольствием и таким душевным покоем. Первые полстраницы прочитал, уже ясно, что дальше будет все хорошо, хороший язык, глубокие мысли, да? То есть этот критерий появился не случайно, это не случайно. Опытным путем. Вы выявили, что лучше сделать такое количество, это правильно? Да, совершенно верно. Ну, сочинению уже достаточно много лет, по-моему, 10 в этом году, у нас, по-моему, юбилей. Да, вот так что мы с вами в юбилейный год готовимся к итоговому сочинению, это верно, и опытом проверок, опытом огромного количества оцененных, проверенных, перепроверенных, проанализированных работ, вот были подсказаны эти цифры. Совершенно правильно, это так. У нас есть несколько вопросов, касающихся как раз ошибок. Mm-hmm. Вы перечислили ведь все уже ошибки, которые учитываются при итоговом сочинении. Да. То есть повторяться мы в этом не будем, да? То есть у нас есть какие вообще ошибки в итоговом сочинении приведут к незачету. Пересмотреть нужно наше видео сначала, и все ошибки будут указаны, верно? Да, верно. Причем там будут ошибки не только те, которые можно просто посчитать, да? Но и ошибки такие содержательные, вот в том, что связано, например, с раскрытием темы, с соответствием теме сочинения.
да, конечно. Но вот на этот вопрос мы ответим, потому что, мне кажется, вы это не упоминали. Давайте. От Ильи Нишанова. А как влияют на оценку за сочинение ошибки в названии произведений или фамилии автора или имени героев? Тоже очень хороший вопрос. Какие у нас, я бы сказала, профессиональные, заинтересованные слушатели. У нас всегда очень интересные вопросы. Да, вопросы по делу, прям вот десятку. Значит, здесь дело обстоит так. По условиям критериев вам достаточно обратиться к одному литературному примеру. Там в критериях сказано примеры, да? Имеется в виду, что минимально это может быть один литературный пример. Учителя часто рекомендуют два примера для вашей же страховки. Ну а вдруг вы в одном так катастрофически ошиблись и все переиначили в содержании, что вам его не зачтут. Но это к слову. Теперь в ответ на вопрос. Если вы неправильно назвали фамилию автора, даже так скажем, указали неправильно автора, ошиблись. Или если вы неправильно назвали произведение, вот тогда, да, здесь есть определенный риск, что аргумент ваш, не ваш пример или аргумент не зачтут. Но только в том случае, если по характеру вашего размышления непонятно, о каком произведении идет речь. Какая есть для вас страховка? Если вы ошиблись и приписали, скажем, произведение другому автору случайно, да, но по смыслу вашего рассуждения в сочинении понятно, о каком именно литературном источнике вы говорите, тогда вам простят эту ошибку, она останется фактической ошибкой, но второй критерий для вас не обрушится. Вот такая ситуация. Ну, если просто грамматические ошибки в написании? Если грамматические ошибки, да, это нехорошо, лучше писать грамотно. Если такая грамматическая ошибка не выплеснется за пределы 5 ошибок на 100 слов, ну, тогда она вам будет не то чтобы прощена, но, в общем, к незачету не приведет. Хорошо, тогда следующий вопрос от Оксаны Гусаровой. Сколько должно быть литературных произведений и примеров из них? Пример равен аргументу или это разные элементы? Угу. Здесь вот такая ситуация, Оксана. Может быть, два варианта. Первый. Вы аргументируете свои тезисы какими-то логическими построениями, а потом к ним приводите литературный пример, так сказать, иллюстрируете, да, свое рассуждение. Так может быть. А может быть, что ваш литературный опыт сам становится аргументом. То есть вы высказываете тезис, а потом через литературное произведение, через литературный источник аргументируете подробно это свое суждение. Но тогда вы должны не просто опираться на фактологию литературного источника, а вы должны его анализировать, да, чтобы вот эти логические построения, доказывающие правильность вашего тезиса, ну как бы из текста вырастали. Вот так может быть. И еще там была первая часть вопроса о количестве. Да, да? О количестве литературных произведений. Рекомендовано, вернее так мы скажем, да, минимально необходимо обратиться к одному литературному источнику для иллюстрирования своих рассуждений или для аргументации. Вот то, о чем я сейчас сказала. Но вы можете привести и два примера, и больше. Вы можете привести два примера из одного и того же литературного произведения. Это ваше право. Есть вот такая крайность, от которой тоже хочу немножечко вас, о которой хочу вас предупредить, ребята. С одной стороны, у нас есть требования объема, да? С другой стороны, бывают ситуации, когда участник итогового сочинения ну, как-то вот мало читает, плохо помнит литературные источники. И тогда ему кажется, что его выручит вот такая тактика. Он пишет минимальное какое-то свое размышление коротенькое, а потом начинает перечислять литературные примеры. Один литературный пример, о котором два слова, другой литературный пример – можно и три, и пять, в общем, в любом случае. Он, с одной стороны, как он думает, набирает объем, выполняет ключевое требование, а с другой стороны, у него, так сказать, палитра литературных примеров, и все со вторым критерием будет благополучно. Это заблуждение, потому что, помните, как мы говорили, литературный пример должен не просто упоминаться, он должен быть иллюстрацией к вашему рассуждению,
То есть его надо глубоко понимать и глубоко рассматривать более обстоятельно, чем просто упомянуть, так сказать, слегка наметить в вашем сочинении. Поэтому большое количество литературных примеров едва ли уместно. Хорошо проанализировать свои примеры, многие, вы просто не успеете. У вас 3 часа 55 минут, и объем не бесконечен. Разумно остановиться на одном, но, может быть, на двух для страховки, если вы опасаетесь, что один не зачтут, или если душа просит рассказать о двух примерах. Но это ваше право. Кстати, про о том, будет ли учитываться все примеры литературные, от Виктора Макеева. Если я приведу два литературных аргумента к сочинению, и один из них не засчитают, то будут ли вычеркиваться слова? То есть, допустим, у меня было 272 слова, эксперты вычеркнут аргумент, останется 212. Поставит ли мне в таком случае зачет? Да, поставят зачет. Если даже какой-то аргумент ваш не зачтут, но у вас есть второй, то по второму критерию вы получаете зачет. Если со вторым примером, да, как мы говорим, все благополучно, эти слова не вычеркиваются из общего объема. Более того, ведь может быть ситуация, в которой вы опирались на этот неудачный, неудавшийся аргумент в разных местах работы. Вы где-то упомянули, где-то проанализировали, где-то опять об этом вспомнили, что-то с чем-то сопоставили. То есть никто не будет выщипывать вот эти слова, касающиеся конкретного литературного примера из вашего сочинения. Вопрос от Вячеслава Лаврентьева. Что будет, если не указать автора цитаты? Автора цитаты? Ну, произведение, которое упоминается. Вот здесь важный момент. Если мы говорим вообще о литературном произведении, на которое вы опираетесь, я сказала, да, вы забыли фамилию автора или неправильно указали ее, но по вашему тексту понятно, о каком произведении вы говорите, и видно, что вы читали, и материалом владеете хорошо. Но у экспертов есть пожелание, для экспертов есть пожелание такую работу засчитывать. Если вы цитируете, потому что в вопросе звучало именно слово «цитата», да? Если вы цитируете без авторства, ну, это не нарядно, это не спортивно. Лучше, конечно, красиво и правильно будет указывать автора цитату, но это, в конце концов, вежливо по отношению к тому, чью мысль вы используете. Но сочинение ваше это к незачету автоматически не приведет, если вы так вот сделали без авторства. Отлично. Еще про цитаты от Дарьи Карасевой. Если я выберу на сочинение цитатную тему, обязательно ли указывать в своей работе источник этой цитаты или что-то писать о ее авторе, или достаточно просто размышлять над смыслом приведенного высказывания? Тоже очень хороший вопрос, спасибо, Дарья. Если вы просто воспринимаете смысл этой цитаты и рассуждаете о нем, вот буквально, да, о содержании этой фразы, то ваше сочинение уже будет вполне успешным, если все остальные требования выполнены. Но если вы сумеете вспомнить, откуда эта цитата, если вы что-то можете сказать по этому поводу, это очень украсит ваше сочинение. Но строгого категорического требования такого ни в каких критериях у нас нет. Здесь вы свободны. Еще один интересный вопрос от Василия Громова. Могут ли в наборе тем итогового сочинения встретиться такие, для ответа на которые понадобятся знания по разным наукам, например, по физике, обществознанию? Ведь сочинение это межпредметное. Да даже надпредметное, да, как у нас говорят. Да. Сочинение действительно у нас одновременно и надпредметное, вы правильно спрашиваете об этом, Василий, да, правильно? Наверное. Но оно и литературоцентричное, поэтому никаких специальных знаний по физике, истории, химии и другим школьным предметам от вас не потребуется, потому что у нас все темы, я уже говорила об этом и хочу подчеркнуть еще раз, они носят такой нравственно-этический, может быть, философский, социально-психологический характер. Вот посмотрите, у вас же есть в образце этот набор, в образце комплекта тем. А, не показывается мне комплект тем, сейчас, секундочку. Угу, вот он. Вот смотрите. О первой теме мы уже говорили, да?
какую жизненную цель можно назвать благородной. О третьей теме говорили, как становятся героями на войне. Или могут ли юношеские мечты повлиять на дальнейшую жизнь человека? Почему достижения прогресса, дающие человеку удобство и комфорт, могут быть опасны для человечества? То есть такие темы, в которых вы можете поговорить, подумать, поразмышлять, да, о существе вопроса на основе своих знаний, например, в естественно-научной области. Безусловно, так. Но темы сформулированы достаточно обобщенно, и никаких конкретных формул и величин они от вас, конечно, не потребуют. Еще один вопрос любопытный от Ольги Пресняковой. Если я выберу тему, связанную с музыкой, например, мне все равно нужен приводить литературный аргумент? Да, Ольга, вам все равно нужно приводить литературный аргумент. То есть ссылаться на такой литературный источник, в котором есть иллюстрации, подтверждающие правильность ваших рассуждений. Еще про источники прилетел вопрос. Можно ли использовать детские сказки? Да, детские сказки можно использовать. И у нас в как раз требованиях второго критерия, там, где мы говорим об аргументации привлечения литературного материала, прям так в начале формулировки и сказано. Можно использовать произведения устного народного творчества, это если народная сказка. Можно использовать, естественно, литературную сказку, тем более мы говорим о литературном материале. Нельзя только использовать малые жанры фольклора. Прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Вот их не надо использовать в сочинении как единственный литературный аргумент. Светлана Пастухова спрашивает, скажите, пожалуйста, какой пример можно привести к теме «Технический прогресс»? По условиям задачи мы с вами сейчас не можем обсуждать примеры, потому что любое мое слово – это определенная рекомендация, это выделение, да, из существующего нашего общего литературного багажа, он очень велик, определенных текстов, определенных источников. Мы так не делаем. У вас еще есть время, чтобы подобрать свой собственный литературный пример к этому заданию, к такого рода размышлению. Я думаю, что у вас это еще получится сделать самостоятельно. Алексей Запрудин спрашивает, можно ли в итоговом сочинении для литературного аргумента использовать сведения из учебников и учебных пособий по литературе или истории? Использовать их можно, но как литературные аргументы они засчитаны не будут. Потому что, обратите внимание, ребята, мы с вами говорили, да, мы можем использовать мемуары, художественную литературу, произведения устного народного творчества, публицистику, научно-популярную литературу, но не было разговора об учебно-научной литературе, то есть о ваших учебниках и учебных пособиях. Для того, чтобы получить зачет по второму критерию, литературная аргументация, да, этого материала будет недостаточно. Поправьте меня, если мы уже на это отвечали. Дениса Рябова, какое максимальное количество речевых ошибок допускается для получения зачета по критерию К4? У нас нет такого параметра, максимальное количество речевых ошибок. Предельное количество ошибок на 100 слов считается для орфографических, грамматических и пунктуационных. О качестве речи у нас сказано так. Вот если количество речевых нарушений настолько велико, что трудно понять смысл высказывания, вот тогда это не зачет по четвертому критерию. Вот такая ситуация. Критерии очень мягкие в этом плане, щадящие. Очень, действительно. Марина Поповцева, здравствуйте. Являются ли клише для вступления или связи между аргументами ошибкой, например, доказательства своей мысли? Клише не являются ошибкой. Более того, конечно, понятно, что какие-то опорные фразы вам помогают держать вот этот каркас рассуждения, но это неплохо. Мы же в обыденной нашей жизни и в работе, в общем, используем клише. Другое дело, что если вся работа сплошные клише, она так вот заштампована и выглядит очень какой-то такой мертвенной, ну, это, конечно, не вызывает особой симпатии.
Но нигде в критериях не сказано, что за клише вам могут снизить результаты, что-то не зачесть. Такой технический вопрос от Светланы Пастуховой. Можно ли на сочинение принести корректор или черной ручкой зачеркивать ошибку? Это есть в инструкциях технологических. Лучше зачеркнуть ошибку и таким образом ее исправить. Потому что работы ваши сканируются, и не нужно создавать лишних технологических сложностей в этом плане. Зачеркнули, сверху или рядом написали, идите дальше. Дмитрий Сечевой, добрый день. Как нужно строить сочинение, если тема будет не вопросительная, а утвердительная? Ну, мы немножко уже об этом говорили, давайте еще раз вспомним. Если тема утвердительная, то вам нужно вдуматься в нее и найти в ней вот этот внутренний вопрос. Он всегда есть. Ну, скажем, ответственность человека перед природой. Да? Давайте попробуем сформулировать внутренний вопрос этой темы. В чем заключается? Какова? Почему человек должен чувствовать ответственность перед природой? Ну, такой вот веер близких по смыслу вопросов. И тогда вы будете отвечать, по сути дела, на тот внутренний вопрос, который вы сами себе сформулировали, исходя из общего смысла темы. Ну, а дальше все как в первом случае, когда вот в этом типичном случае, когда формулировка вопросительная. Обдумываете, наверное, надо добавить, да? Вы обдумываете ответ, короткий, прямой на этот вопрос, такой в общем виде, да? И это будет ваша руководящая мысль, это будет ваша главная мысль в сочинении. Ну, а потом вы ее постепенно разобьете, уточните, она обрастет какими-то поворотами, гранями, и таким образом ваше сочинение станет богатым рассуждением, да? Еще один вопрос о количестве ошибок от Юрия Цыганкова. Сколько логических ошибок в сочинении приведут к незачету по критерию К3? Логические ошибки мы тоже не считаем, то есть не по количеству логических ошибок оценивается ваша работа в связи с четвертым критерием. Их может быть больше или меньше, но если количество логических нарушений настолько велико, что непонятен ваш логический замысел, то есть непонятно, как именно вы рассуждаете, да, есть какие-то обрывки мыслей, плохо скомпонованные, вот тогда это будет незачет. И еще, как говорят эксперты, если у вашей работы отсутствует коммуникативный замысел, то есть непонятно, собственно, к какой мысли вы ведете свою работу, о чем вы рассуждаете, вот тогда будет незачет. Но это не буквально посчитанные логические ошибки. А Юлия Косинова спрашивает про фактические ошибки. Какое их количество максимальное может быть? Точно так же. Количество фактических ошибок буквально, так как в школьном, например, сочинении, не подсчитывается. Но здесь есть две опасности. Первое. Мы говорили о том, что ученик может ошибиться в указании на автора и название произведения, которое используют как литературный пример. Да, об этом уже было сказано. Но это же тоже фактическая ошибка. И второе. Если вы слишком сильно, ну так, радикально искажаете содержание литературного источника, который сами выбрали для примера, вот тогда, конечно, по второму критерию ваш этот литературный пример не зачтут. То есть, если вы допускаете какие-то фактические ошибки, незначительные, но общий смысл произведение не искажается того примера, который вы приводите. Это, конечно, плохо, что ошибки есть, но литературный пример ваш будет зачтен. Если вы совсем не знаете текста, начинаете фантазировать от себя, что-то грубо переиначиваете или его основательно забыли и вчитываете то, чего там не было и нет, тогда литературный пример ваш не зачтут. Спасибо. Несколько есть вопросов, что бы вы могли бы порекомендовать для подготовки к итоговому сочинению, но мы с вами не можем рекламировать какие-то определенные издания, поэтому давайте я его расширю. Вот у нас остается этот вопрос. Чуть меньше месяца до итогового сочинения. Как бы вы порекомендовали оставшееся время использовать для подготовки, что делать? Да, действительно, у нас уже совсем немного времени. Как его использовать предельно полезно?
я бы рекомендовала следующее. Во-первых, не пытайтесь сейчас что-то судорожно начитать в запас большое, вы уже не успеете. У вас есть некий литературный багаж, читательский опыт. Ну, может быть, по рекомендации ваших учителей вы прочитаете какие-то небольшие произведения, еще, так сказать, в добавление к уже имеющимся. Что очень важно, вот сейчас как раз хорошо осмыслить и систематизировать, освежить в памяти то, что в вашем литературном багаже уже имеется. Вспомните фамилии авторов, правильные названия произведений, вспомните имена и фамилии героев, какие-то факты, которые нужно освежить в памяти, чтобы не ошибиться. Это первое. То есть систематизировать свой читательский багаж. Это обязательно нужно сделать именно накануне написания сочинения. Второе. Видите, у нас темы весьма обобщенные, такие общечеловеческого плана. В них используются отвлеченные понятия. Мы об этом говорили сегодня в начале нашего разговора. Поработайте с этими отвлеченными понятиями. Посмотрите еще раз в словарь, да, что такое совесть, что такое обязательность, что такое нравственный выбор. Вам будет легче потом ориентироваться в формулировках тем сочинений. Еще один важный момент, ребята. У нас есть вузы, которые используют сочинения итоговые, которые позволяют вам получить определенные бонусные баллы в режиме индивидуальных достижений при поступлении. Вам сейчас нужно выяснить, ваш вуз такую практику использует или нет. И если да, то обязательно посмотреть, а каковы требования вуза к этому итоговому сочинению. Потому что бывает так, что, скажем, вы поступаете на какую-то творческую специальность, а оказывается, что вуз готов засчитать ваше итоговое сочинение, но в нем должна быть отсылка, например, к сценарию художественного фильма, да? Или в нем должен быть не один литературный аргумент, а, например, обязательно два. Ну и там всякие свои бывают нюансы. Вы должны быть готовы к такого рода требованиям и уже сейчас заранее их выяснить. Вузы, как правило, их уже сформулировали к концу ноября, к началу декабря, когда вы пишете сочинение. Потому что вуз, если он принимает ваше итоговое сочинение, он прочитает его самостоятельно, независимо от того, как оценивали в школе, и оценит по своим требованиям. Вот это важная рекомендация. Спасибо, Лариса Васильевна. Мы в эфире уже целый час, поэтому нам пора заканчивать его. Остается только одно – пожелать что-то нашим выпускникам, которые чуть меньше, чем через месяц, приступят к написанию итогового сочинения. Ну, я бы сказала так. Ребята, 11 лет, уже почти полных 11 лет за вашими плечами. Вы, конечно, очень много знаете и умеете. Вы, конечно, настроитесь на сочинение правильно. Не волнуйтесь. Опирайтесь на помощников, о которых мы сегодня говорили, на инструкцию, на алгоритм. Собирайтесь с мыслями. Дорогу осилит идущий. Идите смело, спокойно. И все получится. Удачи вам! Спасибо. У нас в гостях была заместитель руководителя комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе, кандидат педагогических наук Лариса Новикова. Спасибо большое за участие. Спасибо. А вам, дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Напоминаю, что наши эфиры выходят в прямом эфире, простите за тавтологию, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе Рособранадзора и на канале на Рутюб. В социальной сети ВКонтакте также у нас создана беседа отдельная, где мы собираем вопросы по предметам, которые будем разбирать на наших видеоконсультациях. Можете задавать их там, если вдруг по каким-то причинам не сможете посмотреть нас в прямом эфире. А я напоминаю, что через час в 13 часов по московскому времени мы будем разбирать экзамен по биологии. Подключайтесь к нам, задавайте вопросы, если вам актуален этот предмет. Кроме того, напоминаю, что на ВДНХ в рамках выставки форума «Россия» существует стенд Рособранадзора, где вы можете сдать пробные ЕГЭ. Заходите на наш сайт
переходите по ссылочке, регистрируйтесь, приезжайте на ВДНХ, смотрите остальные экспозиции и сдавайте, пробуйте сдавать ЕГЭ, чтобы на боевом экзамене вам было уже проще. Ну что ж, до встречи, спасибо за внимание.